Осторожно, бешенство. В Курской области увеличилось число случаев инфицирования животных. А вот количество обращений граждан по поводу укусов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года остается прежним. Специалисты уверяют, повода для беспокойства нет. В регионе зарегистрировано 45 случаев лабораторно подтвержденного бешенства животных. 13 кошек, 5 собак, 2 коровы, 1 крыса и енотовидная собака. Опасность для людей представляют и бездомные животные. Но главным разносчиком смертельной болезни по-прежнему остаются лисы. Почему именно осенью? Потому что в осенний период времени молодняк подрастает, диких плотоядных подрастает, начинает активно мигрировать и, соответственно, контактирует друг с другом, и вирус бешенства передается достаточно активно. Ответственные службы и органы муниципальной власти ведут профилактику. Основные меры – иммунизация животных и отстрел лис. Это позволит уменьшить риск заболевания среди людей.